Алла Пугачева не была секс-символом в таком классическом понимании этого слова. Ты с ума сошел, миленький мой. Она была просто такой бунтаркой, с которой хотелось бы вот посидеть женщине, слушательнице на кухне и рассказать ей про свои проблемы. Крикну, а ответ тишина. И вот появляется Маша Распутина, которая абсолютно, извините меня за выражение, не обламывается показывать и декольте, и ноги. Ты упал.